Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И давайте сегодня с вами поговорим о ниточках. Вчера у меня была большая закупка. Мне привезли очень много разных ниток. Вот коробка. Посмотрите, вот тут весь стол у меня загроможден. У меня еще гирлянда горит новогодняя. Вот целый мешок еще предстоит сейчас распаковать. Сейчас я аккуратненько все распакую, рассортирую по цветам, по сортам. И подробно все с вами рассмотрим. В каком мотке сколько грамм, какой метраж, номер цвета. Я думаю, это будет интересно и начинающим вязальщицам, и опытным. Может быть, откроете для себя какие-то новые нитки. В основном, конечно, здесь у меня нитки для вязания крючком. Тоненькие, но есть и более плотные, которыми можно вязать и спицами. Ну, давайте все по порядку. Ну вот, я немножко разобрала пряжу. Давайте начнем с обзора ниток от фирмы Сиам. Это Анна 16, Анна 20, Гавайи и Анна Твист у меня. Снимаю специально при дневном освещении, чтобы цвета ниток не искажались. Итак, Анна 16. Это 100% мерсеризованный хлопок в 100 граммах 530 метров. Я выбираю такие салфеточные специально оттенки. Вот такой коричневато-бежевый цвет. Это номер 365. Серый 375. Немножко смазанный тут номер на этикетке. Ну, ничего, вроде бы понятно. Вот какой-то серо-бежо-коричневый 287. Эти нитки также хорошо подходят и для вязания одежды. Юбки, блузки, платья. Толщина нитки позволяет вязать и изделия. Не только салфетки, но и одежду. Так, вот светло-серый 373. Оттенок очень приятный такой цвет. Вот этот крем-брюле, из него я много вязала. Такой кремовый цвет. Салфетки такие получаются нарядные. 294. Светло-бежевый 284, как соломенный, такой оттенок приятный. Вот этот серый, он как-то с сиреневатым даже оттенком, 10.05, тоже очень красивый цвет. Ну и белый оттенок, это у нас 372. Вот, пока у меня только такие, Анна 16, ну вот теперь Анна 20. Тоже, как видите, я оттенки выбирала такие салфеточные, ярких, таких красных, зеленых у меня здесь нет. Итак, давайте по цветам разберемся. Так, для начала, какая плотность? В 50 граммах моточки маленькие, по 50 грамм. Если Анна 16 по 100 грамм мотки, эти по 50. И в 50 граммах 330 метров, тоже 100% мерсеризованный хлопок. Так, вот этот оттенок серый 586. Ну, вроде бы камера передает цвет. Вот светло-бежевый. Так, смазанная этикетка. Сейчас уточню и скажу. Вот этот мой любимый. Тоже такой молочный. Икрю, как его назвать, этот цвет. 510. Очень красивые салфетки. Вот такой кирпичный или терракотовый, марсала, не знаю, как его назвать правильно. 100, что ж так они пишут, 184, сейчас тоже посмотрю поточнее. Так, эти я откладываю. 590, вот такой пудровый, красивый цвет. Цвет джинс 560, такой синий, приглушенный. Беленькие нитки, это 582. Темно-коричневый, шоколадный, 580.
передается цвет. И такой серо-голубой 587. Сейчас посмотрю про эти два цвета и номера уточню. Ну вот этот бежевый, это 503 у нас оттенок, а вот этот терракотовый это 104. Вот этикеточки попадаются и смазанные, есть и четкие, вот 104 номер. Так, про Анну 20 поговорили. Так, пока разбирала другие нитки, нашла вот еще Анна 20, вот такие оттенки. Темно-вишневый 536, поярче малиновый или как, не знаю, тоже, наверное, вишневый 535. Вот они отличаются немножко друг от друга по яркости. Вот такой коричневый 579, коричнево-бежевый, приятный цвет. И вот изумрудный 113. Ну, камера не очень передает. Ну, может быть, вот так. Тоже очень красивый такой оттенок. Вот мне привезли еще новые нитки. Это Анна Твист. Давайте сейчас посмотрим вместе. Такая у них какая-то крутка необычная. Мне кажется, они подойдут для рельефных салфеток. Здесь 100 грамм 500 метров. Они чуть-чуть потолще, чем Анна 16. Тоже 100% мерсеризованный длинноволокнистый хлопок. Специальная крутка для машинного и ручного вязания. Вот цвет такой мне понравился. Я заказала номер 291. Светло-бежевый. Вот такой классический, как цвет лен. Попробую, потом вам расскажу, как они в процессе работы себя ведут. Это Анна Твист. Ну и от Сиал у меня есть еще вот такие ниточки Гавайи. Если вы подписаны на меня в Инстаграм, вы видели, как я вязала из них сервировочные салфетки. У меня вот их три оттенка. Так, давайте, что тут у них? 50 грамм моточек, 120 метров. Тоже 100% хлопок мерсеризованный. Вот этот цвет клевер номер 316. Очень красивые салфетки. Вот винный цвет. Да, вроде бы передает камера. 36,85. И вот такой серо-розовый, пудровый. Так, цвет у него 38,61. Тоже очень приятный. На ощупь они такие шелковистые. Очень хорошие ниточки. Так, теперь давайте перейдем к ниткам от фирмы Пехорка. Это Пехорка ажурная, цветное кружево, успешная. У меня конопляная, льняная, крапивная. Но сейчас все подробно рассмотрим. Давайте с ажурной начнем. Я тут кое-что приготовила. Так. Вот ажурные ниточки называются. Это тоже 100% мерсеризованный хлопок. В 50 граммах 280 метров. Эти нитки подходят и для классических гладких салфеток, и для рельефных. Но для одежды тоже, само собой. И платья детские, и чепчики. Ниточка очень приятная. Так, по цветам. Вот серая называется светлая моренга. Так, 393. Вот такой есть оттенок. Светлая бегония. Это 180 номер цвета. Такой приятный тоже салфетки получаются, красивые. Цвет 411 мята. Чайная роза. Номер 68. Угу. Цвет марсала 787.
Так, у меня сейчас салфеточка рядом. Сейчас прям покажу из них салфетку. Сейчас будет фокус-покус. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот такая красивая салфетка получается из этих ниток. Вот это марсала. Очень красивый оттенок. Так, вот эти нитки 0,3 светло-бежевый. Это классические красивые салфетки. Вот этот похожий оттенок, но они немножечко отличаются. Видите? Вот эти называются жемчуг 181. Тоже очень красивые ниточки. Ну и простые белые. Я их не буду даже распаковывать. Это цвет 01. Так, это все пихорка ажурная. У меня есть еще вот такие нитки пихорка. Успешные, они немножечко потолще. У них в 50 граммах 220 метров, тоже 100% мерсеризованный хлопок. Вот этот оттенок называется солома 331. Очень хорошие ниточки. Но это больше для рельефных фактурных салфеток подойдет. Вот эти нитки от пихорки я вам уже показывала. Это конопляная. Так, вот салфетка тоже у меня тут есть рядышком. Вот такие салфеточки из них получаются. Хорошо держат форму. В составе у них 30 конопли и 70 хлопок. Этот цвет карамель 10.02. Конопляная. И вот две у меня новиночки. Заказала первый раз. Не знаю, будем пробовать с вами. Тоже пихорка льняная, вот цвет 01 белый. Что тут у нас с составом? Это 55% лен и 45 хлопка, в 100 граммах 330 метров. Не знаю, как она будет в изделиях, но так на ощупь она помягче, чем вот Комтекса лен. Но посмотрим потом, когда будет готово изделие. И вот такая ниточка тоже новая, крапивная пихорка. Не знаю, если вы вязали из такой нитки, можете написать в комментариях. Сейчас я ее распакую, посмотрим. Тоже взяла беленькие. Но я где-то читала отзывы, что одежда из нее получается великолепная. И не жарко летом, и не колется. Очень хорошая ниточка. Ну, так она немножечко с пушком. Что тут в составе у нас? Вот крапивная 01 белый цвет, серия летняя, 100% крапива, 50 граммах 250 метров. Хорошая ниточка, мне кажется. Но попозже тоже напишу свой отзыв. Давайте перейдем к пихорке. Цветное кружево, цветное и белое кружево. Я их даже не буду распаковывать, все их знают. Вот песочный цвет, перламутр, персиковый, стальной, вот этот коричневый, это мокка, ну и белое кружево. Если какие цвета, оттенки вас интересуют, номера, можно посмотреть это. Я дам ссылку на мой инстаграм, там все указано. Или пишите здесь в комментариях, и я вам с удовольствием отвечу. Вот такую новиночку мне еще привезли. Это пряжа из Троицка. Называется Астра. Я, наверное, когда-то давно из нее вязала. Вот не помню, из нее или не из нее. Мне кажется, они были другие по форме мотки. Или я что-то путаю, не знаю. Вот решила попробовать такую пряжу. Это 100% мерсеризованный хлопок в 100 граммах 610 метров. На ощупь такая, прям кажется, она жесткая. Должна, по идее, да, хорошо держать форму салфетки, но посмотрим опять же. Если кто вязал, пишите в комментариях. Взяла три оттенка. Ну, белый. Это какой цвет? 1567. Так. Цвет верба. Посмотрите, какой он приятный. 16.01. Почему такие вот
цвета выбрала и цвет шампанское. Тоже, гляньте, какая красота. Понравился мне этот оттенок. Цвет 1565. Вот такая пряжа из Троицка Астра. Попробуем. Свяжем несколько салфеточек. Мне кажется, они между собой будут красиво сочетаться, эти оттенки. Можно комбинированные сделать. Хочу показать еще одни салфеточные нитки. Они очень тоненькие. Это Canaries от Yarn Art. Моточки по 20 грамм. И в мотке 203 метра. То есть в 100 граммах больше 1000 метров. Они очень тоненькие. Из них хорошо вязать воротнички, манжетики. Ну и салфетки тоже получаются очень воздушные. Вот я взяла два оттенка. Белый и кремовый. Ну и еще очень популярные нитки от Yarn Art. Это нитки Violet. Очень хорошие ниточки, хорошо держат форму. Вязать ими очень приятно. Они как-то плавно прям по крючку скользят. Так, в 50 граммах 282 метра. Тоже 100% мерсеризованный хлопок. Вот. Сделаны в Турции. Вот у меня их 4 оттенка сейчас. Белые. Цвет 1000. Вот такие молочного. 61,94. Такого кирпичного цвета, кирпично-коричневый, даже не знаю, как его назвать. Это цвет 15 и серенькие. Тоже очень такие серовато-голубоватые даже. Красивый оттенок. 53,26. Так что, если вы такие нитки приобретете, не пожалеете, очень хорошие нитки. Так, теперь покажу нитки свои от фирмы Camtex. Это у меня в основном, конечно, Dendy. В данный момент у меня есть 4 оттенка. Это вот такие серенькие, называются жемчужный цвет, 106. Очень нежные, красивые. Вот такой оттенок бежевый, 005. И светло-бежевый этот. Но вот этикетка выгорела тут. Сейчас посмотрим на других. Так, плохо видно. А, это топленое молоко называется. Цвет 108, что ли. Или 100. Что-то не пойму сама. Или 180. Цвет топленое молоко. Сейчас посмотрю повнимательнее. Ну, не могу разглядеть. Так, ну и белый оттенок. Вот, и белые нитки. Оттенок не оттенок, а цвет белый. Так, эти ниточки в 50 граммах 330 метров. Очень хорошие салфетки. Они не мнутся, их можно и сворачивать. Они очень подходят для вязания салфеток, эти нитки. Также от Camtex у меня есть вот такая нитка, более толстая. Для ажурных, конечно, салфеток не подойдут они. Вот Camtex, называются Bondi. 100% импортный мерсеризованный хлопок. В 100 граммах 270 метров. Цвет вот это у меня. Где тут посмотреть-то? Так, буду смотреть на упаковке, значит. Bondi светло-бежевый, 006. Ну и на пачке, да, на мотке должно быть написано. Ну, не вижу пока. 006, этот цвет какой-то серо-бежевый. Ну, это для толстых салфеток, может, для какой-нибудь детской одежды. Вот, и от Camtex у меня есть еще... Вот такой лен. Это 100% лен. Если от пехорки там была смесь с хлопком, это 100% лен.
Поэтому он, наверное, пожестче. Но салфетки из него получаются изумительные. Хорошо держат форму, тоже не мнутся. Плотненькие, отличные. Так, ну, вроде бы контекст больше у меня нету. Сейчас другие приготовлю и включусь. Теперь плавно переходим к ниткам от фирмы Витакатон. Давайте рассмотрим. Вот у меня такие есть нитки Коко двух оттенков. Это тоже 100% хлопок, 50 грамм 240 метров, пряжа для ручного вязания. И вот два оттенка, такой приятный персик, розовый, не знаю, как его назвать, цвет 4317. И вот такой коричнево-бежевый, бежевый немножко так с рыжинкой, красивый тоже оттенок, цвет 4312. Хорошие ниточки. Так, надо было салфетки принести. Ну ладно, в следующий раз покажу как-нибудь. Так, еще Витакатон. Это нитки Дейзи. В 50 граммах 295 метров. Цвет 4404. Такой светло-бежевый, красивый цвет. Нитки все очень такие приятные на ощупь. 100% хлопок. И вот такие роуз. Я из них и воротнички вязала. Но они такие плотненькие получаются. Ну и, конечно, они лучше подойдут для фактурных салфеток. В 50 граммах 150 метров. Цвет 39-50. Вот такой молочный. Нравится мне эта фирма Витакатон. Вот и у них еще и рис есть. Белый. Вот у меня упаковочку тоже привезли мне. Хорошие нитки, мягкие. Ну, ирис вы все знаете. Очень популярные нитки. Так, ну и на сегодня, наверное, это будут последние нитки уже. Боюсь тоже вас утомить. Много информации. Так, это Ализе Мисс. Как вы заметили, у меня только хлопок и хлопок лен. Ни шерсти, ни акрила, ничего. Такие нитки я никакие не использую. Вискозы такие, из таких ниток я не вяжу. Так, здесь у нас в составе 100% мерсеризованный хлопок в 50 граммах 280 метров. Вот у меня осталось три таких оттенка. Цвет 160, тоже такой кремовый, очень красивые салфеточки. Серенькая вот такая, приятный цвет 496 и... цвет 368, такой соломенный бежевый. Вот все оттенки я стараюсь подбирать такие салфеточные. Конечно, кто-то любит и яркие салфетки, но это уже другая история. Ну вот на сегодня пока все. Вроде бы показала все нитки, какие у меня есть в наличии. Как видите, у меня их очень много. Конечно, мне вязать не перевязать за всю жизнь, наверное. Поэтому, если кто-то подобрал для себя подходящие нитки, пишите мне в Инстаграм. Я оставлю ссылку на свой Инстаграм под этим видео в директ мейл. Я вам с удовольствием там отвечу и отправлю в любую точку нашей страны. Если это видео было вам полезным, понравилось, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!